Механическая дверь со стороны Валерии. Ну, сделайте вы. Горе. Я видела женщин, детей, стариков. Это ужасно. Сегодня в современном мире. И меня возмутила вот та информационная блокада на Западе, которая вот все переворачивает с ног на голову. Это просто безобразие. В цивилизованном обществе вот так себя ведут, я не знаю. Чем помочь? Что привезти? Может быть, деньги? Может быть, поехать? То есть мы без москвичей, без россиян, конечно, мы бы не справились с той бедой, которая на нас, в общем-то, Здесь мы выступаем перед посольством Америки. Может возникнуть вопрос, почему именно здесь? Потому что мы знаем, мы все знаем, вся мировая общественность знает, что Саакашвили является ставленником Соединенных Штатов Америки, что благодаря ним он удержался у власти, хотя...